Здравствуйте! Послушайте рассказ Валентины Асеевой «Бабка». Все в доме смотрели на бабку, как на совершенно лишнего человека. Она спала на сундуке, а утром вставала раньше всех, готовила еду. Потом будила зятя и дочь. Самовар поспел, попейте горяченького-то. Подходила к Борьке. «Борюшка, вставай, в школу пора!» «Зачем?» — сонным голосом спрашивал Борька. «Темный человек, глух и нем, вот зачем!» Приходила из школы Борька, швырял сумку с книгами и кричал: «Бабка, поесть!» Бабка торопливо накрывала на стол. В эти часы Борька чувствовал бабку близким человеком. Он рассказывал ей об уроках, о товарищах. «Все хорошо, Борюшка, от плохого человек крепче делается, от хорошего душа у него зацветает». Пришел как-то к Борьке товарищ. Он сказал: «Здравствуйте, бабушка. Идем, идем, можешь с ней не здороваться, она у нас старая старушенция». Бабка тихо пошевелила губами. «Обидеть, что ударить? Приласкать надо слова искать». В соседней комнате товарищ говорил Борьке: «А с нашей бабушкой всегда здоровается. Она у нас главная, всех вырастила. Ее нельзя обижать». После этого Борька часто спрашивал бабку: «Обижаем мы тебя?» А родителям говорил: «Наша бабка лучше всех, а живет хуже всех. Никто о ней не заботится». Отец сердился: «Кто это тебя научил родителей осуждать?» Бабка мягко улыбалась: «Вам бы радоваться надо. Для вас сын растет. Я свое отжила, а ваша старость впереди». У бабки на лице были глубокие морщины. «Детей хоронила, плакала, — говорила она, — вот и морщины. Нужду терпела, опять морщины. Мужа на войне убили, много слез было, много и морщин». За последнее время бабка вдруг сгорбилась. Мать ей говорила: «Что это вы, мама, как черепаха, двигаетесь?» Умерла бабка перед майским праздником. Умерла в кресле с вязанием в руках. На другой день ее схоронили. Вернувшись со двора, Борька застал мать перед раскрытым бабкиным сундуком. Отец вынул тугой сверток. В нем были теплые варежки для Борьки, носки для зятя, безрукавка для дочери. За ними следовала вышитая рубашка из старинного выцветшего шелка, тоже для Борьки. А в самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике было написано большими печатными буквами: «Внуку моему, Борюшке». Борька вдруг побледнел, схватил пакет и убежал на улицу. Домой он пришел поздно вечером, с покрасневшими глазами. Бабкин пакет положил к себе под подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не придет утром бабка».